Лето, море, солнце, отпуск. Если все составляющие совпали, остается только выбрать место отдыха. Топ-10 курортов для отдыха летом 2019. Далее. Любимая туристами система «Все включено» делает турецкие курорты лидерами в рейтинге. Страна четырех морей предлагает отдых на любой вкус и кошелек в зависимости от региона. Молодежные Кемеры и Алания, выбор родителей с детьми Сиде, престижная Анталия, европеизированные Мармарис и Фетхие ждут фанатов шведского стола. 8 идей для недорогого и интересного отдыха летом на небольшом острове. В оплату путевки в основном входит завтрак. Все пляжи Кипра являются общественными, даже если находятся рядом с отелем. Айя Напа – шумный молодежный курорт, а для семейного отдыха лучше выбрать Протарас. Здесь белый песок, чистая голубая вода, развитая инфраструктура. Что предлагают туроператоры для отдыха летом 2020? Комфортная температура, галечные пляжи, чистая вода Адриатического моря. Черногорию выбирают туристы, ценящие отдых на природе. Цены в Монтенегро вполне демократичные. Для любителей тусовок подходит Будванская ривьера с ночными клубами. Что готовят нам курорты Краснодарского края летом 2020 года, традиционно считается семейным местом отдыха благодаря песчаным пляжам, на которых дети вместе с родителями строят замки. Для любителей тусовок есть престижные золотые пески и солнечный берег с ночными клубами, дискотеками и пенными вечеринками. Пляжный отдых в этой стране следует сочетать с экскурсионной программой. Посетить Афины, знакомые по школьному курсу «История Древней Греции», Акрополь, храмы олимпийских богов, Парфенон, Древняя Олимпия. Любознательному путешественнику предстоит много интересного. Остров Родос предлагает галечные пляжи, а на Крите пляжи песчаные. Государство омывается Адриатическим морем. Хорватия славится своими пляжами и чистым морем. Некоторые пляжи имеют знак голубого флага. Самые популярные курорты – Истрия и Далмация. Сосновые леса создают комфортный климат без палящего зноя. Благоприятный теплый климат, исторические достопримечательности обеспечили колыбели западной цивилизации большой приток туристов. Посмотреть на Пизанскую башню, посетить Ватикан и прокатиться на гондоле по каналам Венеции – много желающих. Страну омывают четыре моря – Адриатическое и Ионическое, Тирренское и Лигурийское. Небольшая европейская страна пока не слишком популярное направление для массового туризма. Отдых на фешенебельном курорте Порторош можно совместить с оздоровлением на термальных и бальнеологических курортах. Шикарные европейские курорты Испании не оставят равнодушным самого взыскательного путешественника. Фламенко, Корида, архитектура Гауди и купание в Атлантическом океане и Средиземном море обеспечивают стране растущие доходы от туризма. Новое направление в туризме. Старинные храмы, национальные заповедники и Черное море становятся популярными прежде всего у отечественных туристов. Все эти страны рассчитаны на комфортный отдых в летний период, без изнуряющей тропической жары. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.